Учитель Хей, большое спасибо за донат. С текстом Леос предложил альтернативный саундтрек к фильму «Брат». В описании к видео рассказал, как он вообще слышит любую музыку. Хорошо. Пока послушаем. Ебать, вышел в очечек. То, как моя голова слышит любую музыку. Металл-фильтры. Ну, бывает. Блин, я бы хотел с чем-то сравнить это, с каким-то вот таким... То есть здесь, по сути... Знаете что? Я даже специально врублю атональную музыку, в которой именно какая-то полная хуйня играется, чтобы вы сравнили звучание. Здесь, по идее, идут аккорды, и они должны, ну, быть такими жирными, разборчивыми, да? То есть, ну, в конце концов, как Пушной даже их делает. Вот так. То есть вот мы врубаем прям атональный кал какой-то, и... И врубаем Леоса. Это, по идее, аккорды. Тут должен быть С, А, Е, М. Он их играет. Но каша и неразборчивость у Леоса больше. И вот прям более непонятно, что за хуйня там вообще происходит с частотами, с инструментами, со сведением, чем, блять, вот просто какой-то сатанинский джент. Вопрос, какого хуя? То есть просто полный пиздец в плане сведения там и так далее. Вечно камень. Не, здесь Right Version хорошая в этой песне. Black не слушал? Слушал, конечно. Причем здесь Black, просто вопрос. Опять же, хорошо, давай Black послушаем, смотри. Вот мы включим Burzum, например, Доминус Сатанас. И это более разборчиво. Посмотри вот. Я слышу ноты прям. Здесь гитара зубодробительная, просто всратая жесть. Но здесь слышно что-то. Здесь что-то понятно. Это во-первых. Во-вторых, это не Black. Тут написано Death Metal версия. Во-первых, написано, а во-вторых, просто слышно, что идея была сделать не Black Metal. Идея была сделать, типа, вот что-то. Если Death Metal, например, ну, я просто, конечно, мало слушаю жанр. Давайте я открою в PD-вики и просто найду что-нибудь, что я знаю из этого жанра. Блин, не знаю, без анального угнетения, во-первых, мы можем врубить, сравнить. У них тоже как раз очень низкий жирный строй. То есть, то, как звучит, я не знаю. Даже какой-нибудь самая там каша. Ну, блин, какое-нибудь перечисление групп death metal. Кого можно просто, я не знаю, включить, чтобы я знал. Ну, пускай Cannibal Corpse, хорошо. Cannibal Corpse.
То есть мы врубаем. Вот Distance Defied. Вот. Типа. То есть почти слышно, какие ноты он играет. Ну, у них, надо признать, вообще, в принципе, очень сыроватый микс такой, поэтому все хорошо разборчиво. Но в целом, да, то есть вот врубили, и пожалуйста. Все хуярит. Напалм Дед, там Напалм Дед есть. Блять. Slayer считается дэт металом, что-то не знаю. Вот чистый дэт я просто, видимо, мало слушаю достаточно. Потому хз с чем сравнить. Но то, что это пиздец, а не микс, это прям, ну, как бы, не поддается сомнению. Нихуя не бросать же. Там каких-то ревербераторов навалил, еще чего-то хуйня. То есть, если у Леоза такой просто кашный ревербератор в голове постоянно, это грустно. А, типа саксофончик даже бахнул. Ну, занятно. Только эту, вот как она называется? Ну, это мелодик даже, да, будет с бабским вокалом, группа какая-то самая знаменитая дэт-металла. Арчинами. Ну, хорошо, там... Ну, у них просто... Ну, у них довольно высокие строи все равно. Здесь все идеально слышно просто. Типа, не о чем говорить вообще. То есть... адский какой-то сортирный ревербератор и на вокале, и на чем-то из инструментов. Мало баса. Как, не знаю, как частота или как инструмента, возможно, и так, и так. И я, кстати, саксофон заметил только под конец. Ну, спасибо, конечно, за донат, учитель, хей, но это, ну, вот, моя рецензия на это такова. Как бы, было бы круто, я бы сказал, что круто. Стараюсь предвзятость все-таки какую-то не использовать. То есть, блин, ребят, надо понимать, что когда меня обвиняют в какой-то предвзятости, вы путаете причину и следствие. То есть, не я сразу, допустим, хуесошу любой релиз Сергея Сокола или Леоса, потому что мне не нравится Сергей Сокол или Леос. Наоборот, мне не нравится Сергей Сокол и Леос, потому что почти все, что они делают, это полный кал. То есть это как бы не следствием, вы поняли, да? То есть то, что вы считаете следствием, является причиной на самом деле. Вот так. То есть вот мы сейчас посмотрели, я был готов абсолютно к любому раскладу и так далее. И как бы вот причиной моего такого, ну, полунегативного, полу какого-то пренебрежительного отношения к Леосу является то, что вот, блядь, ну, собственно, что делает Леос с его возможностями. Ну, вы поняли.